Ну, пока вот так. Сегодня зашел в магазин. К сожалению, нет возможности заказать эти стекла. Вот это вот мое старое стекло. Как минимум, говорят, 2 недели, а то ему могут вообще отказ прислать на то, чтобы эти стекла можно было заказать. А некоторое время, значит, приклею и поезжу вот с этим вот стеклом. Это стекло от шестерки ВАЗ-2106. Вот это ближний свет. Его сюда ставить просто нельзя. А вот дальний можно. Дальний легко, и при том особо даже и не видно. Только вот оно, если посмотрите на изгиб. Оно, как бы показать-то, оно более круглое. Вот он ближний, а вот дальний. Но я думаю, ничего. Главное, чтобы закрывало. Будет вот так вот. А то, что рифленый, хорошо, я думаю, смотрится. Вполне неплохо. Ближние, вот они какие. Здесь должен быть гладкий и прозрачный слой стекла. А вот в шестерке, к сожалению, он для обычных, для нелинзованных фар, поэтому он сюда не подойдет. Зря я их купил, но, честно говоря, стекло стоит 25 рублей. Что вот это, что это, 25 рублей. Вообще копейки. Стекло на вот на BMW, уже на эти фары для E34 стоит минимум 250 и выше. Есть еще прозрачные стекла, но я их не стал ставить. Так будет куда лучше. Рифленые они красившие. К тому же дальний свет, он должен рассеиваться вот этими вот гранями рифлености. Поэтому лучше уж пусть обе фары будут как родные смотреться.